Всем привет! Сегодня поболтаем об этом, если кто-то собирается покупать компьютер, например, многие встречал, вот мы купили крутые компьютеры, все остальное там, но крутого там я, во-первых, ничего не заметил. В основном сейчас DDR3 идут, и как бы, если, конечно, не понимают в системе, смысла нету объяснять. Лучше всего или посмотреть в интернете, или как-нибудь созвониться с кем-нибудь, например, или, например, то же самое можно мне написать в Одноклассники, там, какой компьютер лучше купить, или по каким средствам, все остальное. Вот, например, то же самое мой компьютер взять. Вот у меня он интеркоры, Corel, у меня центральная память, вот она сама идет. Вот процессор, можно сказать, проще. Гигабайтовская фирма, вот она сама стоит. Вот. И плюс к этому у меня встроена видеокарта. Вот она, 12-я. Вот, 12-я видеокарта у меня стоит, внутренняя. Это, можно сказать, 64-я, на 1 гигабайт, как бы, по-моему. На 650 стоит у меня она. И 12 директриса. И в смысле в том, что это я могу без видеокарты, в принципе, работать, пока не позволят деньги, если позволят, в принципе, можно как бы купить. Вот у меня встроенная видеокарта, вот она у меня, видео 980, это 1 гигабайт 32-битная. На 64 бита, смысл брать, это для работы она, в принципе, мало что пойдет. И некоторые еще есть, которые встречаются. Вот я снял фотографии, в интернете нашел блок питания, видите, здесь на 230 написано, но саму модель 400. Но в смысле в том, что 400 это просто 400, модель такая написано, что ватная выход у него. Многие как-то не только обламываются, короче, вас лохотронят просто на редкий раз, когда вот это, может, старая версия. Как бы не старые, но они идут, на более слабые компьютеры, и плюс к этому в нем ничего не сделаешь с ним. Вот. Потом то же самое повторяется. Смотрите, наклейка красивая, написано, что 500, а выход у него 230. И смысл какой покупать это? 1800 просто так нету. Вот. А дальше вот он. Посмотрите, здесь 400, вот он, да? А выход у него 400 ватт. Вот этот хороший. Но стоит, конечно, 1800, 1900, где-то около до 2000. И дальше просто-напросто, вот у меня, например, компьютер, я его собирал примерно около года и выписал его. Во-первых, еще DDR4 не было, я его выписал с Москвы по Посолторгу, то же самое. И смотрите, когда вот оперативная память, если будете брать DDR4, они все идут 2400. Вот у него выходная мощность 1200, уже как бы шевеление будет. Те компьютеры, которые Asus, например, MMC там, и все остальные,
Вот это единственная фирма, которая выпускает с внутренними видеокартами, со встроенными просто-напросто. Есть встроенные видеокарты, конечно, стоят, но они очень слабые, и в них, ну, в принципе, ничего не сделаешь. Так, чисто. Здравствуй, до свидания, проще сказать. Вот. Вот сразу можно посмотреть. Но это у меня. Вот он накопитель, конечно, вот он. Сразу выход у него SATA 3 идет. В принципе, SATA есть маленько другие. STATUS жесткий диск. Ну понятно, все. Вот. Ну и все здесь вот популярно написано. Что занято, какой рабочий. В принципе, вот так вот можно посмотреть здесь. Но прежде чем. Ну, как бы у них, как бы, они такие не ставят программы. Ну, в принципе, можно другую программу сделать, посмотреть. Они встроенные. Можно здесь посмотреть. Это у каждого компьютера есть и на семерке, и на восьмерке, и на десятке. Ну, везде просто есть они. Вот сведения о системе. Вот, пожалуйста, все написано здесь. Вот у меня четвертая здесь. Два потока у меня Целерона, Целерон Тел. Есть Пентиум, но они дорогие, конечно, слишком, но для меня пока мисс не потянул. Ну, в принципе, вот так вот можно посмотреть все. Ну, лучше всего посмотреть по интернету или посоветоваться. Но ни в коем случае не надо в магазин спрашивать, я хочу себе компьютер обалденный, дайте мне посмотреть. Прежде чем на него могут такую хрень сунуть, то которая, она хоть и DDR4, но работать будете как на старом хорошем баяне, проще сказать, материться. Вот так вот. В основном лучше всего дешевле обойдется. Это вам просто как бы купить, проще сказать, по запчастям. По запчастям он будет дешевле обойдется вам. И срок покупать тоже, но если вы не понимаете, конечно. Вот недавно тоже сказали, за 25 тысяч купили. Ну, я посмотрел, прям в шоке был. Он стоил, ну, 15, самое дорогое с ним, что там 560 у него видеокарта была. И интеркора у него стоял. Третья версия. Ну, только из-за, можно сказать, из-за процессора интеркора. Как бы он стоит около чуть побольше десятки, ну и этот, ну, пятерку стоит. Я говорю 15, а там блок питания что-то 250 был выход, тоже 250, ну слабый просто-напросто, и отдали такие деньги. Как бы больше на вас наворачивают деньги, чем быстрее продадут, тем больше они за это. Они там продали его и забыли про вас, а вы за свои же деньги потом будете мучиться. Всем пока, до свидания. Что-то непонятно, пишите. Если надо кому-то, например, компьютер купить, в принципе, я могу номер телефона оставить, если когда попросите или напишите. Я вам объясню, или просто когда будете в магазине, наберете номер телефона, я вам как бы будете говорить мне, и вам буду все объяснять, какой брать, какой не брать. То же самое ноутбук, тоже та же и настольный компьютер. Все, всем пока, подписывайтесь, поддержите мой проект в YouTube.
Мне нужны просто ваши подписки, не лайки. Ну, хотите, полайкайте. Так просто. Всем пока. До свидания.